Здравствуйте! Я дизайнер эксклюзивной вязаной одежды Алена Никифорова. Предлагаю вашему вниманию новую авторскую модель, выполненную мастерицей моего интернет-ателье. Это туничка, очень приятная, эффектная, изумительная просто. Выполненная туника из вискозы, отличного качества и цвета шампань. Но при заказе вы можете выбрать любой из цветов, которые существуют в этом варианте пряжи. Расскажу вам немножечко о фасоне. Чем же она такая уникальная, эта туничка? Ну, во-первых, действительно, и я говорю правду, ничего подобного в интернете пока нет. Это наша авторская модель, и выполнена она пока что в одном экземпляре. Эта туничка уедет в Москву, в Россию, из Киева. Что делает эту тунику такой уникальной? Во-первых, она выполнена в технике ленточного кружева с добавлением сеточки. И за счет узора получается так, что у туники вот такой красивый фигурный вырез. Туника разной длины. Попереду туника короче и слегка ниже талии, а по спинке туника довольно длинная. Посмотрите, какая разница в длине. Силуэт туники – трапеция, или как еще называют, а-силуэт. Здесь она хорошо, поверху она хорошо лежит по плечам, здесь вточной рукавчик, хорошо сделана проймочка, так что вот ничего здесь не увеличено, плечи абсолютно не увеличивает. А вот к низу она так хорошо расширена и получается почти практически полусолнце. За счет качества пряжи и подобранных узоров туника струится. И когда вы двигаетесь или танцуете, и если вот эти фалды распрямляются, и она становится такая широкая, то она тут же возвращается на свое место. Поэтому она стройнит и сделает вас еще изящнее, еще эффектнее. Туничка с рукавом. Рукав 3/4. Здесь тоже ленточное кружево и сетка. И за счет узора край получается неровный, что добавляет этой тунике оригинальность. При заказе вы можете заказать рукав длинный, либо покороче, либо можно сделать совсем без рукава. Покажу вам спинку. Вот такая спинка. Как видите, очень красиво укладываются фалды. Вот я отпускаю, здесь она мгновенно становится на свое место. Очень красивая, очень приятная. Очень приятное полотно. Видите, как это все смотрится. Вот она просто струится. Вот такая красота. Ее просто не хочется снимать. Сделать заказ очень просто. Напишите мне письмо на электронную почту о том, что вы желаете заказать такую тунику. Мы с вами обсудим все нюансы. Я предложу вам возможные цвета. Оговорим с вами длину. Можно сделать одинаковую длину, если вы пожелаете. Хотите такую короткую, как попереду, хотите длинную, хотите, сделаем вам платье. Даже можно сделать платье в пол. Фантазируйте. Любые фантазии мы выполняем с удовольствием большим. Жду ваших заказов. Пишите на электронную почту. Можете написать свои контакты в комментариях под видео. Я тогда с вами свяжусь сама. Доставка во все страны мира. Либо почтой, либо курьерской службой в тех странах, в которых курьерская служба есть. Оплата любым удобным для вас способом. Можно сделать это через донаты. Ссылочка есть под видео. Можно это сделать через Western Union. Если это в Украине, то через Приват24. Либо любой другой способ платежа, который мы тоже можем обговорить уже в личной переписке, какой вам удобно. С карты на карты, возможно, много есть способов платежа и доставки. После того, как вы решите заказать, когда мы оговорим с вами цену, оговорим условия, я прошу предоплату в размере 50% на покупку пряжи, а затем вы уже оплачиваете изделие, когда я вам показываю либо видео, вот как сейчас, либо делаю подробные фотографии со всеми нюансами, вы смотрите с размерами.
фотографии с размерами. Показываю, что здесь вот размер такой, здесь объем такой. То есть вы все это проверяете, видите, что это именно для вас, что это именно то, что вы хотели. И после этого оплачиваете работу. После оплаты работы я вам отправляю изделие. Очень рассчитываю на то, что вам наша новая модель понравится. Если нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жду ваших заказов. Искренне ваша Алена Никифорова.